Wi-Fi. Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчишки и девчонки, а также их родители, добро пожаловать на открытие региональной, беспроводной, а главное бесплатной сети Wi-Fi Human Free в вашем городе. Встречайте, молодой и харизматичный, веселый и фотогеничный Алекс Арсеньев. Такого представления на твои плечи ложится огромная обязанность, да, какая-то? Добрый день, Тобольск! Здравствуйте, друзья! Слово. Одно из них — интернет, второе — свобода и третье — скорость. Ваша задача — как-то объединить все эти три слова в одно предложение. И представьте, что вы тоже ведете презентацию Wi-Fi Team on Free. Итак, это три слова — интернет, свобода и скорость. Как-то объединить их по смыслу и выдать в одно предложение. Даю вам 30 секунд собраться, подумать. Думайте. Нет, каждый должен свое. Каждый от этого будет зависеть. Так, интернет, свобода, скорость. Интернет, свободная скорость. Да вы посмотрите, какая хитрая. Интернет, свободная скорость. А что такое свободная скорость? Это сколько километров в час? Много. Интернет в километрах в час, да, измеряется? Наверное. Ладно, девочка, ей можно. Интернет, свобода или скорость? Что вы выбираете? Да, хотел бы я спросить. Но я скажу так. Интернет, свобода, скорость. Интернет, Wi-Fi, скоростной. Там свободно можно общаться. Браво! Вот так вот бурно.
бурные аплодисменты. Сказал ведущий, потому что у нас в городе появились точки доступа к сети интернет. Сегодня это точка доступа на той территории, где мы сейчас находимся, около Дворца культуры «Синтез». Точки доступа к сети интернет работают на сегодняшний день в городской поликлинике, во Дворце спорта «Кристалл», в спортивном комплексе «Энтузиаст», который расположен в 6-м микрорайоне, и в сквере Победы на улице Аптекарской. В июле месяце такие точки доступа заработают в самых любимых для наших горожан и для наших гостей местах отдыха. Это территория Тобольского Кремля, это роща Журавского, это сад Ермака и Аптекарский сад. Поэтому я от всей души всех тоболяков сегодня поздравляю действительно с большим праздником. С праздником. Дело в том, что чем больше антенна, тем, наверное, больше и сильнее будет сигнал. Поэтому именно сейчас мы дадим отчет обратный. 3, 2, 1. Вы... 2, 1. Запускаем антенну! Да здравствует молодое поколение страны. Мы история новой России. И видим все будем. Чтобы в мире все согласились и жили. Сыновья большой страны, только вместе.